Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня я вам покажу, как в домашних условиях сделать уникальный омолаживающий антивозрастной крем. Крем, который подходит для всех типов кожи. Также крем этот можно использовать в качестве ночного или в качестве дневного крема. Крем имеет очень мягкую и нежную консистенцию. Этот крем очень быстро впитывается и разглаживает даже самые глубокие морщины. После нанесения этого крема в течение 5 дней ваша кожа заметно улучшит свое состояние. Этот крем подходит для всех типов кожи и для кожи лица в любом возрасте. Нанесите этот уникальный крем на кожу шеи, на кожу зоны декольте и на кожу вокруг глаз, и морщинки быстро уйдут. Храните этот крем можно при комнатной температуре. Используйте его ежедневно, и ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Порцию, которую сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать, достаточно для 10 дней активного ухода за кожей лица. И давайте приступим. Сегодняшний антивозрастной омолаживающий крем состоит из очень простых и доступных ингредиентов. Для сегодняшнего крема нам понадобится базовый крем. В качестве базового крема хорошо подойдут очень легкие, неплотные кремы. Для этого домашнего омолаживающего крема можно использовать как крем для рук очень жидкой консистенции, так и гель или крем для тела. В качестве базового крема выбирайте неплотный крем. Нам понадобится 2 столовые ложки базового крема. Крем должен быть легким и неплотным. Если вы используете для сегодняшнего омолаживающего крема плотный базовый крем, то возможно, что все ингредиенты плохо войдут во взаимодействие, и процесс приготовления этого крема будет затруднен. Возьмите легкий базовый крем. Он должен иметь почти вот такую сметанообразную консистенцию. Следующий ингредиент для сегодняшнего уникального средства нам понадобятся витамины. Нужно использовать витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Идеально подходит для освежения дряблой увядающей кожи. Хорошо питает, удерживает влагу в эпидермисе кожи, дает очень хороший разглаживающий морщины эффект. Можно использовать витамин Е в капсулах. Также хорошо подойдет и витамин Е в масляной консистенции. Если вы используете капсульный витамин Е, то достаточно для этой порции 2 капсулы витамина Е. Перед добавлением разомните капсулы между пальчиков, так чтобы было удобно быстро извлечь этот уникальный витамин из капсулы, особенно если ваш витамин Е хранился в холодильнике длительное время. В одной капсуле примерно 5 капель. На сегодняшнюю порцию нам достаточно 10 капель витамина Е. То же самое нужно проделать со следующей капсулой. Следующий витамин, который необходим для приготовления сегодняшнего крема, это витамин D. Можно использовать любые формы витамина D. Можно использовать витамин D как в чистом виде, так и в форме витамина D. Сегодня я использую витамин D3.
Витамин D хорошо уплотняет кожу, улучшает оттенок лица. Нехватка витамина D в эпидермисе кожи и в организме выражается как сухая, дряблая и неплотная кожа. Если вы используете капсулы витамина D, то также возьмите 2 капсулы. В одной капсуле содержится примерно 3 капли. Если вы используете витамин D в масляном составе, то добавьте 6 капель. Следующий ингредиент для сегодняшнего крема нам понадобится косметическое масло. Возьмите косметическое масло, которое подходит к вашему типу кожи. Можно использовать масло лотоса, можно использовать масло мускатель, можно использовать масло миндальное, виноградных косточек или зародышей пшеницы. Для сегодняшнего крема нам понадобится 1 столовая ложка косметического масла, которое подходит к вашему типу кожи. Я использую масло мускатель на натуральных ягодах. В домашних условиях вы можете приготовить также косметическое масло. Крем имеет очень приятную консистенцию. Порцию, которую сегодня мы с вами приготовили, достаточно для 10-дневного ухода за кожей лица, за кожей шеи и за кожей зоны декольте. Хранить это уникальное средство можно при комнатной температуре. Использовать его в качестве дневного или ночного крема. Также этот уникальный крем хорошо подойдет и перед нанесением декоративной косметики. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! Я с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока!